В Эрмитаже хранится абсолютно уникальный экспонат с точки зрения исторической правды. Это камень с арабской и уйгурской надписью, свидетельствующий о победе великого амира Тимура над ханом Золотой Орды Тактамышем. Эта надпись была сделана в 1391 году. На гладкой поверхности камня вырезаны две строки на арабском языке. «Во имя Аллаха Милостливого, Милосердного, Владыка Сущего, Святилище Истины, Неусыпный Защитник, Всесильный и Всемогущий, Премудрый Даритель Жизни и Смерти». Остальные восемь строк выбиты уйгурским алфавитом на чагатайском языке. Это дата и описание сражения. Султан Турана Тимурбек поднялся с 300 тысяч войск за ислам на хана Тактамыша. Камень был найден геологами в урочище Карсакпай. Сегодня это территория Казахстана. Туда сразу же был отправлен сотрудник Эрмитажа. С 1937 года этот исторический артефакт хранится в залах восточного искусства в Эрмитаже. Она уникальна в плане того, что там тоже точная дата похода. И, конечно, сам вот этот исторический фон, он очень интересен для конструкции истории.